А такое ощущение, что ее вскрывали уже, по сути. Ну, ее вскрывали, ее смотрели. Да. А ты сейчас снимаешь? Да. Хрен узнает, что там внутри. Вот там внутри еще одна посылка, видишь? Тут нет платы. Нету. Ну смотри, она запакованная. Ну это да. Каким-то фирменным скотчем, да? Как думаешь, сколько там, две штуки или больше? Ну они же фотографируют две, значит две. Я тоже думаю, что две. Слушай, но она очень дорого обошлась. 16 тысяч? Да это просто наша. Это просто только растаможка 16 тысяч. Да она не стоит ничего больше. Вообще, да она вообще ни хрена не стоит. За 16 тысяч ее можно было заказать, здесь бы сделать. Вообще одна, прикинь. Одна? Да я не знаю, что посмотрим. Хоть бы две. Хоть ради чего-то 16 штук же все-таки потратили. Ну больше нельзя так делать. Ну просто нам выхода не было. Мне бы ее вообще обратно отправили. Пусть это не делает. Да она уже и заказчику не нужна, понимаешь? Нет, заказчик он сегодня только спрашивал. О, две штуки. Вроде бы так. Так. Смотрим. Одна. И вторая. Одно оставляем нам. Да, забираешь. Ты себе заберешь. А ты за... Нет, зачем? Ты забрал мне уже этот тормоз, да? Да. Какой? Тормоз, который у меня лежал в тумбочке. Нет. Почему? Не казался, забрал? Нет, не забирал. Ну, забрать, наверное. Ну, в общем, дошло в цельности и сохранности. Ну, тебя лишь, ты же у нас делаешь. Зачем я мне?